Посмотрим. Игорь говорит, что сегодня магнитные бури какие-то. А, это мы одели электроошейник. Что-то Дэр возмущен электроошейником. Все пошли работать. Это у нас просто обычная отработка по периметру. Точно магнитные бури. Дэр хочет гулять. Даже сегодня лень работать. Ага. А вчера выполнял. Ну ничего, в принципе, ему 5 с копейками можно и полениться. Ага. Ну вот, команду ко мне выполнил. Это работа без поводка. Блин, из меня такой съемщик. Это работа без поводка. Хождение по периметру. Это на выдержку. В 5 месяцев не всегда выдержка еще срабатывает. Вообще он молодец. Мы занимаемся где-то полмесяца. Хорошо. Приблизительно. Хорошо. Очень сообразительный мальчишка. Ну вот пока выдержка нас не подводит. Молодец. Ничего, сейчас тянется в работу, будет все хорошо.
Рядом. Рядом. Ну, скажем так, вполне пристойно идет без поводка. Сидит. Стоять скомандовали. Это тоже на выдержку стоять, команда. Ну, с боем, но подчинился, тем не менее. К слову сказать, слово команду лежать без вкусняшки и не в квартире выучили только вчера. Для второго раза это вполне пристойно, насколько я понимаю. Гуляем.